Sunwind Sky 1123B 3G. Бюджетный 10-дюймовый Android-планшет с поддержкой 3G сетей. В этом видео мы рассмотрим недорогой планшет для серфинга в интернете и просмотра видео. Данная модель выполнена в полностью пластиковом корпусе и имеет внешние размеры 25 на 17 см при толщине 12 мм. Вес чуть более 500 граммов. Такие размеры и вес обусловлены экраном диагональю 10,1 дюйма. Тут используется IPS-матрица с достаточно небольшим разрешением 1280 на 800 пикселей. Над экраном фронтальная камера на 2 мегапикселя. С тыльной стороны выведены динамики, основная камера с таким же разрешением и вспышкой. Рядом съемная крышка, за которой скрываются слоты для двух сим-карт и карты памяти. На правом боку кнопка включения и качелька регулировки громкости. Сверху выход для наушников и порт microUSB для зарядки и подключения к компьютеру. Что касается начинки, то в данной модели установлен процессор Split-RAM SC7731i с 4 ядрами, 1 гигабайтом оперативной и 16 гигабайтами постоянной памяти. Встроенную память можно расширить с помощью карты microSD емкостью до 128 гигабайт. Из беспроводных интерфейсов пользователям доступен модуль Wi-Fi 2,4 ГГц, модуль Bluetooth версии 4.2, а также модуль 3G с поддержкой двух сим-карт. Обратите внимание, что поддержки сетей 4G нет. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч. Под конец отметим, что планшет работает под управлением облегченной операционной системы Android 11 Go. Данная модель не может похвастаться высокой производительностью, поэтому не стоит надеяться на высокий FPS в современных играх даже при выборе низких настроек. Но для серфинга в интернете и просмотра онлайн-видео в HD-разрешении мощности вполне хватит.